Вафли французские, сырники с творогом, мини-круассаны с вареной сгущенкой, сметана, шоколад, ну и кофе-чемба, урум матный растворимый, чтобы запить все эти дела. Всем привет, друзья. Приступим с мини-круассанов. Вареная сгущенка. Вот с таких сырников. В кулинарии брал. Как думаете, с шоколадом они? Просто бомба. Вот это мега десерт, да. Согласитесь, купил себе две такие эти доски. Они так-то разделочные, но я для мукбанга купил, чтобы можно было все выкладывать без всяких тарелок. Стоили мне очень дорого на Яндекс.Маркете. За две штуки 1300 рублей. Такие французские вафли называются. Началось, бля. Не вовремя. Вроде перестал орать. Тварь сейчас носиться начнет. Да тихо ты, блин.
шоколадом-то вообще сырники. Вкуснее, чем со сметаной. Шоколад Альпен Гольд. Настоящее золото. Альпийское. Я так не десертил. Я же хотел тут блины взять. Ну, готовые, которые с творогом. В Пятерочке их не оказалось. Были какие-то с ягодной начинкой, но я не стал их брать. Yeah.
если вкусно. Вкуснее даже, чем венские. Французские вафли. Французская вафля вкуснее, чем венская. Тихо. У нас ASMR. С вареной сгущенкой, я уже говорил, по-моему, да? Seven days. Очень вкусная. Очень сдобная. Круассанчик пьем. Потом подумал, что надо было в шоколад добавить еще кофе. Так было намного вкуснее. Тут что-то есть еще. Еще можно чуть-чуть. Это занесешь дело, да? Чем бы, естественно, без сахара. Уже все, друзья, десерт был просто топовый, просто на высоте. Просто бомба. В общем, как всегда.